18 октября баскетбольный клуб «Чебоксарские ястребы», представляющий Чувашию во второй мужской суперлиге чемпионата России, открывает пятый сезон. Наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин побывал на тренировке стражей столицы. На сезон 2018-2019 годов домашней площадкой мастеров оранжевого мяча столицы республики заявлен ледовый дворец «Чебоксар-Арена». Так что, как и соперники по лиге, а в этом сезоне борьбу за медали будут вести 13 команд, стражи столицы получат возможность выйти на игровую площадку лишь накануне тура. Основные тренировки проходят в игровом зале Центра развития маунтинбайка. Сегодня в списочный состав «Ястреба» входят 14 человек. В домашних матчах не сможет выйти на площадку атакующий защитник Павел Жуканенко. Травма, полученная на кубковых встречах, еще о себе напоминает. Две недели как бы я ногу в покое держал. Но по рекомендациям еще рановато начинать. Надо восстановиться, чтобы потом сезон в лучшем самочувствии провести. Впрочем, атакующую линию «Ястребов» усилит нападающий Илья Лупа. 24-летний уроженец Йошкар-Олы перешел в нашу команду из екатеринбургского клуба «Урал». Как уверяет нападающий, выбор был обусловлен в том числе и близостью к дому. Так что в стане болельщиков чебоксарских «Ястребов» можно ждать прибавления за счет друзей с малой родины игрока. Мне все нравится. Команда отличная, ребята отличные. Тренера сильные, работаем. Время в зале есть. Что касается формулы проведения чемпионата страны, как и в прошлом сезоне, победители определят по количеству набранных очков. Каждая команда из чертовой дюжины участников второй суперлиги проведет 48 матчей, половину из которых в гостях. Хотелось бы, чтобы зрителей больше пришло и оценили достоинство команды. Любителям баскетбола напоминаем, стартовую игру чемпионата страны «Ястребы» проведут в четверг, 18 октября. На площадке Ледового дворца «Чебоксар-Арена» мы принимаем «Эльбрус» из столицы Карачаево-Черкесии. Начало игры в 18:30. Вячеслав Ильин, «Вести Чувашия».